Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Crazy Money, посвященный заработку в интернете. На сегодня я подготовил для вас готовую рабочую и уникальную схему для заработка. Я не буду врать, как в основном делают опытные блогеры, и обещать вам миллионов. Но от 500 и до 1500 рублей за день заработать вполне реально. Сам процесс заработка происходит на полуавтомате. А перед тем, как я вам покажу пошагово всю схему, поставьте лайк данному видео и, конечно же, подпишитесь на мой телеграм-канал, где я публикую еще больше способов заработка, которых нет у меня в ютубе. Ну и приступим к самой схеме. Для схемы нам понадобится 4 приложения. Это TikTok, Virtual Android, это эмулятор Android, Автокликер и приложение ZigTalk, о котором я подробно рассказал в предыдущем видео. Подсказка будет в правом верхнем углу. Немножко расскажу о самом приложении ZigTalk. На нем же мы и будем зарабатывать. Переходим в него. Здесь можно зарабатывать обычным способом, просто просматривая видео и смотреть, когда шкала вот в левом верхнем углу заполнится 10 раз. Ну и за это мы всего заработаем около 10 монет. 10 монет — это, конечно же, копейки. Сейчас я вам покажу, как заработать намного больше. Вот можно посмотреть мою историю. Сколько мне ставят лайков, подписки. Делятся моим видео. Вот я вывод последний раз делал, 300 монет. Вот как мы видим, монета торгуется. Но есть один нюанс. Монета перешла из сети Ethereum на Луниверс. Торгуется она на 4 биржах. L-Bank, DigiPhoenix и Hotbit. Тут только пополнение происходит именно в сети Ethereum. Поэтому с приложения ZigTalk сюда выводить не рекомендуется. Потому что монеты просто улетят в никуда. Пока что монета торгуется именно в сети Luniverse, именно на Probit Global. Ну, курс, конечно, пока что сейчас не радует, но он уже начал расти немножко. Теперь расскажу, как именно можно заработать больше на этом приложении. Мы видим, у меня тут загружены видео. Не знаю точно сколько, где-то около 30-40 видео точно есть. Видим, что ставятся лайки. Идут просмотры. Нам это и нужно. Как добавлять сюда видео, сейчас покажу. Нам понадобится TikTok. Заходим в TikTok. И скачиваем любое видео. Сохранить видео. Можно так скачать, можно скопировать ссылку. Скачали видео. Возвращаемся в ZigTalk. Нажимаем плюсик. Выбираем любой хэштег. Пишем тут тоже все что угодно. Так как там были котята, напишем cats. На всякий случай. Upload. Вы, наверное, спросите, и что, просто тупо загружать кучу видео и ждать, когда нам будут поставить лайки? Но есть одно но. Загружать можно видео только одно раз в час. Вот смотрите, нажимаем плюсик. Видим вот время, сколько осталось время до загрузки следующего видео. Я когда тестировал эту схему, я ставил себе таймер на 1 час. И каждый час скачивал видео с ТикТока и загружал сюда. Минимум нужно 50 видео, чтобы начать зарабатывать нормально. Да, уйдет много времени для этого, денька 2-3 придется помучиться. Но оно того стоит. Теперь нам понадобится эмулятор Android. Это то же самое, как два устройства на одном телефоне. Для пользователей ПК есть хороший эмулятор Android, называется Nox. Просто в поиске ведете, скачаете, вот тоже отличный вариант. Переходим в эмулятор. Эмулятор есть в Play Market, можете без труда его оттуда скачать. У меня уже скачанный, полностью настроенный. Теперь что нам требуется? Нам нужно зайти в Play Market. Нажимаем Google Play. Для первого входа нам, конечно же, понадобится почта. Создаем ее в этом же эмуляторе. После того, как создали, в
поиске вводим ZigTalk. После установки открываем. Регистрация здесь также через Google почту. Нажимаем Continue by Google. Нажимаем добавить аккаунт. Создать аккаунт для себя. Придумываем имя, фамилия. Далее. День, месяц, год, пол. Придумываем пароль. Далее. Тут нужно будет нам ввести номер телефона. Но он не привязывается сразу к Google аккаунту. Это просто для подтверждения, что мы не робот. На один номер телефона можно зарегистрировать несколько аккаунтов. От 3 до 7. У меня максимум 7 аккаунтов получалось на один номер телефона зарегистрировать. Ну и практически аккаунт уже готов. Придумаем юзер свой. Как видим, нам дают 50 монет ZIG. Вот как раз таки нам они и нужны. Нажимаем Let's. Ну вот, аккаунт готов. Переходим в свой кошелек. Видим, что за регистрацию нам дали 50 ZIG. Но на основном балансе они пока не отображаются, но они уже есть. Теперь что нам нужно? Теперь нажимаем на поиск. В поиске вводим свой ник того аккаунта, куда будем мы накручивать. В поиске вводим свой ник основного аккаунта ZigTalk. Ввели ник, нажимаем User. Обязательно подписываемся. За это начисляют 3 монеты. Потом нажимаем на сам ник. И вот те самые видео, где у меня загружены на основном аккаунте. Нажимаем с первого видео и ставим лайк. Едем дальше. Также ставим лайк. Можно делать это вручную, конечно же, но это долго, нудно, да? Поэтому будем использовать автокликер. Для убедительности проверим на основном аккаунте зачисление монет за лайки и за подписку. Проверяем кошелек. Вот видим, снизу написан ник, всякие каляки-баляки, которые я регистрировал, 2 лайка. И followed you, 3 монетки тоже начислили за подписку. Теперь переходим к кликеру. Автокликер этот есть также в Play Market, просто в поиске ведете автокликер и скачаете это приложение. Настройки несколько целей. Включить. Новый пресет. Возвращаемся в эмулятор. Нажимаем на дугообразную желтую стрелочку. Переворачиваем ее кверх ногами. Ставим задержку, тут 100 миллисекунд, нам надо поставим 500, 5 секунд. Проверяем. Так, что-то не то. Ставим, попробуем на секунды. Пробуем еще раз. Ага, проходит 5 секунд. И перелистывает. Хорошо. Свайп работает. Возвращаемся на то место, где у нас еще не стоят лайки. Теперь нажимаем плюсик. Передвигаем его на сердечко. Ставим тоже 5 секунд. Проверяем, запускаем. Поставил лайк. Перелистнул.
поставил лайк. Ну и вот, как мы видим, кликер работает. Теперь нажимаем его сохранить, чтобы заново не писать его, не создавать. Напишем. Ну и таким макаром автокликер сделает всю основную работу. Один лайк, одна монета. 50 видео, 50 лайков с одного аккаунта. Где нам брать Google аккаунты? Есть несколько вариантов. Если у вас несколько номеров телефонов, то для начала, в принципе, вам хватит до первого вывода. То есть первые заработанные деньги можем потом вывести на биржу Probit и продать. И также потом перевести на карту там, или на какие-нибудь электронные кошельки. Один из вариантов, как создать еще больше аккаунтов Google, переходим в эмулятор, в настройки. Переходим в аккаунты, добавить аккаунты. Когда создаешь отсюда через настройки, то номер телефона в основном не требуется. Но это тоже как бы не вечно. Другой вариант. В поиске в Гугле ищем сервис виртуальных номеров. Вот, например, сервис OnlySIM. Переходим в него, регистрируемся. Но тут потребуется вложение. То есть один номер стоит несколько рублей. Вот тут можно даже попробовать бесплатно. Просто копируем номер и ждем смс. Ну, как я говорил, что если у вас есть пару сим-карт, для начала этого будет достаточно, чтобы заработать первые деньги, вывести их на биржу и продать. И уже с тех денег уже покупать другие номера телефонов для создания Google аккаунтов, чтобы зарабатывать еще больше. Загружайте еще больше видео в приложение ZigTalk. Помимо тех лайков, которые вы сами себе ставите, чем больше у вас видео будет, вам будут ставить лайки другие пользователи, подписываться на вас, делиться вашим видео, и вы за это тоже будете получать монеты. Уже пассивно, ничего не, в принципе, не делая. Данная схема подойдет любому совершенно человеку, любому пользователю, даже школьник с этим справится. Схема очень простая, да, тратит много времени, но это только поначалу заполнения приложения ZigTalk своими видео. Чем больше видео загрузить, тем больше заработаем. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Рекомендую подписаться, чтобы не пропускать новые прибыльные проекты. А также ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. И не забываем подписаться, конечно же, на мой телеграм-канал, где я публикую еще больше проектов по заработку. У меня на канале также есть общий чат, где мы можем пообщаться. Можете задать мне любые вопросы, и я вам помогу. Всем до скорой встречи. Пока!